Сегодня я вам покажу мастер-класс, как создать брошь-попугай. Для этого берем коробку. В коробку засыпаем бисер, синий бисер, зеленый тоже нам необходим. Немножко белого бисера. Сюда же укладываем синий тоже, вот темно-синий, голубой, зеленый, желтый. Так, что еще надо? Надо нам еще леска, конечно же, необходима. Лесочка, вот тут кусочек у меня был, вот он уже. Вот кусочек лески. Застежка. Кожзам для нашей подкладки. Ну, ножницы, соответственно. Иголочку тоже можешь положить. Еще нужен попугай. Тоже туда его в коробку. Не очень он хочет, но немножечко. Ну, посиди чуть-чуть. Накрываем. Тщательно все это перемешиваем. Постукиваем. Так, уж не кричи. Постукиваем. Ну что, а теперь посмотрим, что у нас получилось в итоге. Та-дам! Вот такой попугай. Видите, как все просто и быстро.